Олег Петрович, наверное, очень обидно упустить 2 очка таким образом. Ну да, конечно. Все-таки играли дома и повели 1-0, и в концовке пенальти. Конечно, безусловно, это обидно. Вопрос от журналистов. Подведите итоги первой части сезона. Первой части сезона. Мы действуем, на мой взгляд, очень организованно командно. И в атаке, и в обороне. Это плюс. Мы создаем моменты и реализуем их. Это тоже плюс. Мы действуем агрессивно и работаем в прессинге. И очень качественно. Это тоже плюс. Мы, соответственно, начали забивать и зарабатывать очки. Это плюс. И я не знаю сейчас, на каком мы месте. Мы вышли из зоны. Из зоны вылета. Это тоже плюс. Надо двигаться дальше. А можно ли уже объявлять что-то о планах зимней подготовки? У нас запланированы сборы. Конечно, 3 сбора. Вот, и сборы начнутся у нас с 11 января. Есть ли уже какие-то планы по усилению? Сейчас преждевременно об этом говорить.